Несмотря на его просьбу, его оставили на 15 суток. Пришел он в камеру и прочитал там лекцию о международном положении, тем, которые раньше его были посажены. Так и называется лекция о международном положении. Не просто лекция. Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегибый парадокс. Кого это выбирают ремким папою? Кого это запирают в тесный бок? Там все места блатные расхватали. Пришли перечь надеясь на вось. Тем временем во всей но Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули. Замерзкался маленько Ватикан. А мы тут им папу ринули. Я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Но на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах или при короне ли. Судьба людей швыряет, как хотят. Ну как мы место шаха проворонили? Нам и этого потомки не просят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? А я дала и даже Хамини. Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран. А мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли? Тот не здоров, а этот вдруг умрет. Вот место Голды Мейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был ранее, второй бы выпить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге или по Камени таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Следите за больными и умершими. Уйдет вдова Анафиса Жаки. Я буду милый смел миллиардершими. Лишь дай только волю, мужики. Лишь дай только волю, мужики. Ну дайте ж вы мне волю, мужики.